Всех привет и пряного процента. Продолжаем мы проходить Обливион, и Обливион проходим Темное Братство. Убиваем всех подряд, можно сказать, просто жестоко всех убиваем в данный момент. И мы продолжаем все путешествие того, что вот этот, которого мы следим, все бежим, ходим. Он от нас убегает, можно так сказать, в скобках. Так, где он? Он все здесь находится. Почему он здесь находится, без понятия. Привет. Здорово. Что-то у вас тут буря какая-то странная. Постоянно на буре у вас здесь. Так. А где он находится? Так, держать. Сколько у нас по... Что-то все нормально у нас. Добрый день. Имей снисхождение. А он, я так понимаю, в таверне находится, да? Вот здесь. Ладно, давайте подождем часик. Еще часик подождем. Еще один часик. Еще один часик. Еще один часик. Загрузка пошла. Так, он до сих пор здесь. А он точно здесь? Да? Еще часик ждем мы. Еще час ждем мы. Еще час мы ждем. Я вижу, там люди вышли. Он до сих пор не выходит. Ну, давайте сохранимся, попробуем что-то придумать. Если ты сделаешь еще шаг вперед, я превращу тебя в пепел. Отойди! Привет. Ты ложку уронил. Легкой ступай, прячась в тенях, вы сделали все, чтобы остаться незамеченным. Вы приобретаете начальные навыки в области скрытности. Если враг не обнаружит вас, вы носите дополнительный урон, приходящий скрытный удар. Он заебал меня. Приветствую тебя. Приветствую. Здорово, здорово. И чё? Ой, блин, дурдом один, а? Как это дурака убить? Вообще-то можно дождаться, пока он уйдет из города. Клянусь девятью богами! Алвин Ван убит, надо забрать свою награду. Следующее задание в тайнике торговой в районе имперского города. Полом мне закрепкаешь. Ты там. Но он крикнул. Во. И
не может до сюда. Так, давайте посмотрим, есть ли у меня штраф. Блять. Штраф ебучий. Стой! Процедура. Проклятый штраф. А да, вы мастер. Что сюда появляетесь здесь, нужны мастера, блядь? Еще как, блядь, каждый день. Ну, погнали, торговую. Может, конечно, я мог бы список найти, проверить его, где он находится, но я не слишком... Так, где он находится-то? Вот он. Так, в тайнике лежал моя награда и новый контракт. В тайнике полон мне... вполне мне лежал мой следующий контракт. Мне приказали отправиться в лагерь на горе Гноу и убить Кависа. Тена морозного крови. Серебряный варвар Норд, умело владеющий топором. Понятно. И где-то может он быть. Я уже здесь был. Я уже здесь был. Халфейс, Мороз и Кровь мертв. Мне нужно забрать свою награду. Следующий контракт в тайнике, в старом сундуке, лежащем на дне озера. Так. Смогу взять, замечательно. Я учусь сделать. Я две секиры, что ли? Это пиздец просто. Ну ладно, извините за выражение. Погнали мы в Брум, продадим все это. Наши секьюрити продаж. Доброе утро. Сжалься, сэр. Мне нечего есть. Так, где у вас кузнец вообще, а, господа? Вот так, господа, я стремительно прохожу Обливион уже. Даже, я думаю, скорее всего, после Темного Братства. У тебя ловкие пальцы. Перейдем это... Ёб твою мать. Где ж тебе удалось натренироваться? Я, бля, каждый день сражаюсь, блин. Опять таверна. О, торговец. Что это такое? Северный ветер какой-то. Что за северный ветер? Привет! Так, торговец. У меня лучшие товары. Вижу. Я у тебя уже был. У тебя 1000. Замечательно. Так, секир, ну давай продадим со мной. Превосходная сделка. Так, а доспехи со мной нет. Ну, расскажи. Хорошо. Да, обязательно расскажу кому-нибудь. Как? Где можно найти? До свидания. Ой, блин. Я не туда пошел. Извините. Штраф нету? Блять. Стой! Да я случайно. Да, здорово, мужики. Вы тоже здесь, блядь. Я тоже каждый день бываю. Очуменно просто. Ну что, погнали отсюда, значит, это пещера. Сходим туда. Вот оно странно то, что не хватает у нас, давно не было порталов в Обливион, очень давно не было порталов в Обливион. Чему это идет, я не знаю, или они потом еще появятся, когда мы по сюжетке пойдем, что ли, они максимально пооткрывались тому времени, вот без понятия, скажу вам честно. Я вижу это. Кто-то меня атакует, да? Ой, блин. Бедный волк. Зря меня, на меня напал. Так.
А? Мне нужно забрать свою награду. Следующий контракт в тайнике в старом сундуке, лежащем на дне озера в руинах. На дне озера в руинах. Как ему, блин, был не лень туда отправлять, а не озеро руины. Погнали. А сюда, да? Да, походу сюда нам на краси надо. Не сюда нам надо, я так понимаю. Дим, они немало стоят на самом деле, и немного. А где кнопка, я не понимаю. Отчемили, а там кнопки нет. Где мышка, да, нужна она. Замечательно. Дурак. Возможно, это ветер? Кто здесь? Тоже какой-то тупичок здесь у нас. Так, карта. Больше не хватает. Подожди. И в жопу. Зафигел, да, просто что я прыгнуть на тебя? Не то я взял. Хорошо, я сделал все. Так, окей. Так. Я здесь был. Ой, блин, начинается. Подожди-ка. А откуда я вообще появился-то, не пойму, что-то я. Так, я появился... Что ли получается? Нет. А, здесь я появился, точняк, понял все. Ой, дурак ты, блядь, настоящий. Так, в тайнике лежала моя награда и новый контракт. Мне нужно пройти в город Бравио и устроить засаду около старой статуи, известной как Счастливая Пожилая Леди. И снова по имени Анголом
посещает эту статую каждую ночь. Может, 6 часами вечера и 6 ночи, чтобы загадать желание. Такова местная традиция. Когда я увижу Аганима, следует его убить. Надо отметить, что Аганиму предупредили об опасности. И если он почувствует присутствие убийцы рядом, то атакует первым. Он подкупил стражников, чтобы они не смотрели куда-нибудь в другую сторону. Если начнется бой, вероятно, прократься к нему – это лучший способ. Понятно. Все ясно. А что, мужики, все я сделал бы? Ой, не буду я заморачиваться с ними здесь. Пойду отсюда. Так, нам надо сюда. Чуть-чуть как города перепутал, чутка. Бывает, ничего страшного. Так, окей. Салют. Здорово. Дурак что ли? А как он увидел меня? Тысяча проклятий! Так, Аган мертв, мне нужно отправиться в Анвил и забрать там свою награду. И новое задание. Тайник находится в бочке около городской пруда. Нет! Нет, я опоздал! Я думал, что смогу успеть сюда вовремя. Думал, что смогу остановить тебя! Именем Ситиса! Что за безумие овладело тобой? Это предательство по отношению ко мне, по отношению к темному братству. Почему? Я пришел, чтобы покончить с тобой, чтобы... Но... Я вижу смятение в твоих глазах. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, так ведь? Твой первый контракт был на убийство Селедона. После этого погибла семья драконисов, как и было приказано. Затем предательство. Тайники оставались нетронутыми. Твои жертвы продолжали жить. Вместо них один за другим умирали члены Черной Руки. Джгаста, Шалис, Алвал Увани, Хавилстон Морозная Кровь, Уведомители и Душители, и Ангалим, сам Слушатель. Оставшиеся в живых члены Черной Руки знают, что на тебе нет вины. Они знают, что ты всего лишь выполняешь приказы. Они думают, что предатель я. Предатель как-то подменил распоряжение и направлял тебя к ложным тайникам. Нас с тобой провели, друг мой. Мы должны выяснить, кто стоит за этим предательством. Времени у нас немного. Черная Рука охотится за мной и днем, и ночью. Они хотят моей смерти. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся к следующему тайнику, спрячься и дождись того, кто положит туда фальшивый контракт. Выяви личность настоящего предателя. Затем навести меня. Учти, Форт Фарагут больше не безопасен. Он находится под наблюдением Черной Руки. Я буду в Эпплвотче, на ферме, где погибла от твоей руки старуха Драконис. Там безлюдно и безопасно. Теперь иди, и да поможет нам всем Ситис. Вот такой, господа, пару событий. Ступай. Узнай имя предателя. Мы положим конец. Чё ты там пиздишь-то, бля? Короче, такой пару событий. Нам начали давать неправильные... убийства, точнее, в списке, и мы уже начали всех подряд мочить просто тупо.
Понятное дело, хорошо, сейчас мы вернемся. Только прежде мы вернемся, надо сходить продать все. А где тут опять торговец, я не знаю. Не помню. Точно по-любому не здесь. Простите, что-то заикался. Дорогой друг. Здорово. Значит, я просто убивал всех, кто служил. Чё на руке? Просто как поживаешь? Блять, ты все? Ёб твою мать, а. Обидно, что все, все магазины закрылись. Придется ждать целую ночь здесь стоять, как дурак. Как будто у нас продажа. Такое бывает, кажется, в Америке. В России не видел ни разу такой фигни. Особенно черный пенис. Так, заходим сюда. Привет. Здорово, здорово, здорово. Давай займемся. Да, я с тобой, давай займемся делом. Так. Вот это продаем. Это превосходная сделка. Зима, неохота продавать. Стеклянные тоже неохота. Так, тут что? У нас появились пашки. С тобой трудно торговать. И орчи доспехи. Забирай все. Готов. Ну, можно еще вот это продать. И что-нибудь отсюда еще. Во. Тебе. Дум. Прекрасная сделка. Это хорошая сделка. Да, просто офигенно. Спасибо. У нас 1000, господа. Офигеть. Прощай. Ну все, погнали мы. Опять сюда тащиться. Я офигеваю. Просто отчумить просто здесь. Туда-сюда, туда-сюда. Просто гоняет, гоняет нас. Гоняет, гоняют. Для меня такая радость, что я сейчас трудно счастье. Тебе доводилось беседовать? Ты мне сюда надо? Так. А, передо мной сообщил, что мне хочет и предумышленного приходить убить черной руки. Нужно отправиться в Анвил. Там мне надо притаиться у бочки, чтобы которую статуи в пруду и посмотреть, кто придет к нему фальшивую тайнику. Нужно встретиться с этим человеком лицом к лицу и узнать, зачем он это делал. А где бочка-то, блядь, я не понимаю. А, вот она, бочка. Понятно. Кто-то идет, вы видите прекрасно сами.
я. Мне очень жаль. Я не хотел сделать ничего плохого. Это все человек в робе. Он заплатил мне, чтобы я положил эти вещи в бочку. Я не знаю, как его зовут. Его лицо было скрыто в тени. Он позвал меня вчера, когда я шел мимо маяка. Думаю, он живет там. Или жил. Он сказал мне, что покидает Анвил. Прости, но это все, что я знаю. Он находится рядом с городскими стенами. Я думаю, человек у Роби жил там довольно долго, в подвале. Я не знаю, что происходит в этом подвале, но из-под двери, ведущей туда, просачивается ужасный запах, как будто там кто-то умер. Слушай, это все, что я знаю, правда? Может, Ульфгар Туманный Взор расскажет что-то еще? Он смотритель маяка. Возможно, он сдал подвал в аренду. Поговори. Поговори с Ульфгаром. У него наверняка есть ключ от подвала. Если ты хочешь спуститься туда, пожалуйста, отпусти меня. Просто... Где деньги, блядь? Ладно, погнали. Смотрите маяка. Значит, я так и думаю, что он сам сюда не придет. Слишком глупо было бы приходить сюда. По нему видно, что он не... Салют. А может, он и есть он. Ну как мы опередили его, вот что непонятно. Он наверху сам, что ли, находится? Нифига себе. Здорово. Хм. И что тебе может быть нужно? О, да что ты? Из чего это вдруг я должен отдать его тебе? Темному братству? Хорошо. Хорошо, вот. Вот ключ. Только не убивай меня. Я никому ничего не скажу, клянусь. Если ты хочешь убить того парня, что сидит в подвале, то... Хорошо. Я не буду звать стражу. Он делает... Он занимается там неестественными вещами. Я слышал крики. И этот запах. Мне не стоило сдавать ему этот подвал. Не стоило. Спасибо тебе. У меня есть ключ от подвала. Пойдемте вниз. Ну, тут живет замечательно. Бутылочка вина. Все, что нужно для... Так, а где вход в подвал? Это не то... А, вот он, вижу, все. Сохраняемся по сохранению. У меня есть ключ. Так, я в подвале маяка Анвила. Теперь мне нужно обыскать его, чтобы найти улики, доказывать наличность предательного братства или его мотивация. Собачка здесь. Что это такое, блядь? Баранина? Тут творится непонятно. К
Как вот это все протащил он сюда? Это что? Нахуй мне это надо? Извини за выражение. Где-то проклятая голова, блин. Главматери. Понятно. Книгу и подобрать не могу, да? Ну и обнаружил дневник предателя. Выяснилось, что он стоит в темном братстве многие годы и теперь является членом Черной Руки. Его цель — отомстить Люси Шансу и всем членам братства за убийство его матери, совершенное еще когда он был ребенком. Он замышляет убить мать ночи. Нужно немедленно остановить эту информацию. Ну, точнее, передать, что это такое. Погнали. Его здесь нету. Да, он тут встал. На пути своим. Опа-на, блин, отчумить просто. Так, мы здесь. Замечательно. Сюда будем заходить уже в следующей серии. На этой ноте мы остановимся, господа. Увидимся в следующей серии, других прохождений. Всего удачи вам и пока.